Яйцо – это один из самых популярных народных ингредиентов от облысения, и можно мыть голову, делать маски и даже делать ламинирование. Чем же так хорош этот простейший ингредиент? Состав яйца увлажняет волосы и кожу головы, быстро успокаивает поврежденные и раздраженные участки и способствует заживлению повреждений. При этом наружное повреждение яиц абсолютно безвредно. Благодаря правильной яичной маске волосяные фолликулы приобретают массу питательных веществ и усиливается кровообращение. Именно это свойство яиц способствует улучшению роста волос и укреплению их структуры. Чтобы питание фолликул было более интенсивным, необходимо сразу после нанесения маски усилить кровообращение кожи головы, и тут два варианта – это массаж и прогревание зоны роста волос. Чтобы не навредить себе маской и сделать все правильно, ее нельзя оставлять на голове больше часа, и нельзя, чтобы состав подсыхал. Состав ее очень прост. Понадобится 3 сырых куриных яйца и оливковое масло, буквально пару чайных ложек. Эта маска укрепляет фолликулы и приводит кожу в норму. Маску необходимо нанести на все участки кожи головы и по всей длине волос. Держать маску необходимо в течение 1 часа под полиэтиленовой пленкой или под шапочкой, после чего обязательно нужно смыть прохладной проточной водой. Повторяем процедуру в течение 2-3 раз в неделю, и результат вас очень приятно удивит. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.